Ну, здоровушки, друзья, итак, сегодня мы поиграем в игру под названием Outlife. Я создал нового игрока, назвал его Крутой Чел. Этого вы не увидите, а хотя нет, вот, вот, пожалуйста, Крутой Чел, очень злой смайлик. Потому что я выбрал уровень сложности сложно. На этом уровне я играл давным-давно, когда эта игра, наверное, она никогда не была популярна, но, тем не менее, в моем детстве это было круто, и я играл в нее все время. Так, никакую кампанию мы играть не будем, мы сыграем одну коротенькую карту, я сейчас ее выберу. Обычно играю длинные карты, где в основном, я вам скажу, какие я играю, вот. Aliens, вообще классная карта, там 4 на 4, и Radar, это 2 с рисков команд. Короче, неважно, короче, там 4 команды, нет, 8 команд, короче, и каждой команде по 2 игрока, это круто, это вообще, это тема. Короче, смотрите, что мы выберем. Дуэль, атака, форест. Давайте дуэль выберем. То есть, один на один попробуем вынести. Будем играть. Человек, человек. Нет, я хочу вам показать нечто крутое. Нечто крутое хочу вам показать. Давайте попробуем 2 на 2. Арбуль за господство. Или нет? Стоп! Ребята, я сделаю еще круче. Я сделаю карту Aliens. Это офигенная карта. И мы сделаем вот таким вот образом. Мы закроем. Вот, мы выберем. Выберем крутого чела. Закроем, закроем. Мы сделаем 1-1. И против. Мы за роботов будем играть против человека. Закрыто. Закрыто, закрыто. Все, у нас только открыто робот. Команда 8. Крутой чел. Поехали. Это стратегия в реальном времени. Кто-то говорит, что это. Твою мать, как же громко. Так, секунду, ребят. Оу, как же громко, это жесть. Короче, вот, ребята, никаких багов, никаких глюков. Опять немножко громко. Значит, никаких лагов, никаких глюков. Только плавная игра, и мы, короче, накажем этого чувака. Так, нам необходимо создавать. Короче, ребята, я не буду многое объяснять, потому что эта игра. Я вот сейчас поставил на максимальную скорость. Поэтому я буду просто валить. А вы, ребята, просто смотрите и учитесь, если вдруг не в курсе, что это за игра. Можем как-нибудь с вами поиграть по сетке, потому что те, которые играли в нее, они в нее, короче, влюбились. Это 100%, я уверен. Потому что невозможно не влюбиться в эту игру. Кто-то говорит, что это клон Старкрафта, кто-то говорит, что это... Бу, что это, я не знаю, что это. Кто-нибудь что-нибудь вообще говорит? Потому что я уже поглощен игрой, я не могу оторваться. Так, стоп. У нас не хватает энергии, то есть нам необходимо строить солнечные генераторы. Блин, чем круто, чем мне нравится эта игра? Тем, что есть люди и есть роботы, и у каждого свои, короче, все сбалансировано, у каждого свои преимущества. Например, у людей нужно создавать отдельно строителей. Здесь строитель, это вот, это целое здание, вот оно пошло. И оно ходит, короче. Так, окей, что мы изначально сделаем? Вы, блин, я что-то туплю. Ребята, вы мне не напомнили, что надо лабораторию, да, было 300 лет назад уже лабораторию построить, я, короче, туплю. Будем надеяться, что мой соперник, хотя это невозможно, но будем надеяться, что он тоже тупой. Но это невозможно, я, ребята, говорю, потому что тяжелый уровень сложности, это, блин, тяжелый уровень сложности. Если ты немножко вначале протух, то ты косяк, короче. Окей, смотри, нам нужно много морферов. Морферы, я не знаю. Короче, сразу же исследуем эту вот тему. Это нам нужно, это нам необходимо просто. Без этого никак. И мы, короче, будем нападать вот этими вот парнями. Это электро. Электро — это тема. У нас идет деньги на, соответственно, покупку различных роботов. Соответственно, на покупку зданий. Но еще и на... На что? Знаете, на что? На исследование тоже идут деньги, вот они. Потом у нас идут деньги на обслуживание, то есть мы не можем создать много сильно персонажей. Так, где наш чел? О, чел, иди сюда. Мы слишком немного можем создать. Мы можем, если, конечно, у нас все вот, все ресурсные вот эти точки, они... Они, короче, будут заняты. И это круто. Значит, сначала мы сделаем вот так. Так, окей, да. Лучше, надо быть все верно. Создаем много-много морферов. Так, нам надо... Я хочу точно знать, где мой соперник находится. Так, команда 8, по-моему, она называется. Или что, я не помню. Так, бомбим. Есть такая тема. И сразу же ставим защитную вышку. И сразу же забираем еще морферов. Потому что морферы, они... Морферы — это тема.
Да, улучшенная добыча позволяет нам вот добывать этими парнями. Мародеры, короче, я их называю. Собираем их всех. Увидите, уже не хватает энергии, это не круто. Значит, если не хватает энергии, плохо все делается, короче. Так, и улучшаем, короче, фотоэлектрические ячейки, они называются. Отлично, отлично, окей. Бомбим. Смотрите, кредиты просто не успевают прийти. А тут можно еще балансировать исследование после обслуживания. Но если мы обслуживание занизим, короче, у нас наши юниты будут наносить меньше урона. А это не круто. Радиоактивный генератор нам не нужен. Все, мы бомбим, короче, исследуем электро ново. Вот. Мы делаем это. Забираем. 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 Короче, наша задача — максимальное количество ресурсов извлечь. Так как вот здесь вот все, везде должны быть. Я эту карту знаю, блин, как свои 5 пальцев. И несколько еще карт я тоже знаю, как свои 5 пальцев, в принципе. Так, нам нужно строить, короче, новое. Я вам скажу, что новое. Нам нужно... Что это такое? Нечищенные кредиты. А, ну это то, что да. Все верно. Короче, нам необходимо строить новые фабрики по изготовлению машин, чтобы как только мы исследуем электро, мы начали этого электро, короче, создавать. Мы играем против человека, а у него самое опасное оружие — это тяжелые танки. Тяжелые танки — это тема. Потому что я вот, грубо говоря, совсем недавно скачал эту игру, потому что я не играл в нее очень долго. Все, создаем электро. О, черт, я же хотел. Блин. Что-то я торможу. Ой, я торможу вообще жестко. Мало того, что я исследую как тормоз. Не, не надо, чувак. Ты сразу строй вот эту тему. И ты тоже. Точнее, стройся вот в эту тему. О, ребята, мне сейчас не будет кредитов. А, вот теперь есть. Я надеюсь, я развиваюсь немножко быстрее моего, так сказать, соперника. Так, а вот эта тварь. Вот эта тварь может напасть в любой момент, потому что это нейтральный перс. Так, и да, и у нас не хватает энергии. Я вас поздравляю, ребята. О, видите, ходят тут всякие. Солнечный генератор. Все, бомбим, бомбим. Нам нужно очень много электро и очень много транспортеров. И очень много чего надо еще исследовать. Здание не может быть построено, не хватает энергии. Что я могу сказать, ребята? Надо, чтобы хватало. Вариантов у вас немного. Сразу же загружаем. Ново. Ново — это такая волна. Улучшить, в принципе, плазму можно. Надо, короче, сделать так, чтобы этими электрами и загасить. Не хватает, загружено. Загружен. Сейчас мы исследуем дополнительную загрузку. То надо, чтобы они летали, как сраные веники, эти транспортеры мне. И знаете что? И надо, короче, еще... Электро онлайн говорит нам электро. Так, теперь. О, давай быстро, быстро, быстро. Увеличение загрузки, улучшение... Не-не-не, знаете что? Во, улучшение твистера нам надо. Во, полетим. Сюда летим, летим, летим. Сейчас высадимся. На самом деле не так и просто записать Outline. Знаете почему? Потому что игрушка старая и много косяков. Скажем так, она не заточена под записи бандикамом. Не хватает энергии, да ладно. Серьезно, что ли? Я самый энергичный человек, по-моему, в мире. И у меня не хватает энергии. Давай, увеличение, улучшение твистера. Это круто. Твистеры — это вот эти вот чуваки. Так, и улучшаем твистер по-прежнему. По-прежнему улучшаем твистер. Турбопропеллер. О, турбо... Смотрите. Увидите, как он загружает? Где-то сбоку, хер его пойми. Так, все в порядке. Сейчас задаем. Вот мне нравится, что офигенно просто. Все, сейчас мы летаем в сраные веники. Улучшаем плазму, вливая мощь плазмы. А этого парня здесь нет. Нам уже чё, черт возьми, нужно знать.
Сейчас мы тут все, короче. О, этот чел, короче. Блин, я вообще не понимаю, нафига это надо. Но они, короче. О, черт. Вы гляньте, что творится, это падла на нас нападает. Короче, это желтый, вспоминаем, где желтый. Желтый, по-моему, вот здесь вот. Да. Там голубые и синие, а там желтый. Все. Чувак, ты себя выдал. Так, по-моему. А, во, вот здесь он. Все, мне кажется, я знаю, да. Это все, ребята. Он сдох. Я его поздравляю, он умер. И это самый тяжелый уровень сложности. Так, тут есть. Надеюсь, что они сюда нападут, короче. Ну не так. 100%. Вот я уверен. Ну да ладно, вы вообще в самую. А, не, вот, смотрите, они, короче, забирают. Так, он здесь. А, если не здесь, то. Бэм. Сюда, назад. Сейчас мы будем. Сейчас будет просто поставлять этих электро, как сучков. Да и вообще, чё я парюсь? Я сейчас построю там две этих самых. Все, их она, короче. Так, ребята, понимаем, мощь плазмы есть? А, она уже есть, почти, прикиньте. Все, ребята. Кража энергии, нафиг мне это надо. Все, следующего хочешь. О, все, началась заваруха. Все, ребята, они вообще не ожидали. Они подумали, что... Так, сразу же, внутрь базы. Это, ребят, тяжелый уровень сложности. Что вы хотели? Так. Убивать, уничтожать, твари. Уничтожать, твари, блин. Они меня не килокоцают. Я покруче. Так, ребята, вот эту вот тему надо уничтожить. О, какой мощный. Я просто их выношу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Чи-чи-чи-чи-чи. У-у. Щит. Надо убегать. Тварь. Самое главное решить его вот этой вот базы основной. Не-не-не, ребята, вы не правы. Понимаете, друзья, что это все, это хана. Все, ребята, вы что? Успокойтесь. Так, все, бегом. Создаем еще мощные армии электро. Здесь у меня там что-нибудь есть? Есть. У меня там ничего нет. Вот они вот этого, короче, не ожидают. Я к ним еще подберусь. Так. Короче, они не ожидали этого. Это офигенно. Ребята, я так агрессивно никогда не играл. Даже когда был офигенно юн. Как юнг какой-нибудь. Так, вот это надо уничтожить. И вот эту херню. И... Отлично. Так, может как-то еще электро... Электро никак не уничтожить. Давайте теперь делать вот так вот. Вот я вот этими любил воевать. О, как я любил вот этими воевать. Это тема. Я вам отвечаю. Это, ну, просто, ну, не знаю, ну, тема. Так, вот эту тварь надо убить. Прощай, чувак. Мы тобой пожертвуем, наверное. Да. Ну, давайте вот эту туда. Так. Ну давайте тут что-нибудь тоже создавать. Раз, все равно. Ну 22 тысячи кредитов, ребята, я вам баблю просто. Это бомбочка. Это вот ядерный реактор, то есть я создаю вообще мега. Просто мега уже. Ну, ребята, ну вы тупые, блин, вот это вот надо завалить. Да, вот это вот навалить. Соответственно, у него нет кредитов вообще, то есть он бы исследовал бы что-нибудь, точнее нет, разведцентр, это люди, вот это рынок, у меня такого нет, я не могу на рынке что-то купить, но у меня зато есть фабрика по ремонту. Короче, ребята, это все круто, но, значит, что надо делать?
атаковать со всех сторон. И эта падла 100%, вот 100%, она уже где-то вот здесь обосновалась. И она 100% об этом пожалеет. Отвечаю. Да, 16 секунд. Нормально. Строитель, ты чего не строишь? Неужели у тебя, у твоего хозяина нет кредитов? Это было немножко издевательство, ну ничего страшного. Полезно. Странный самолет. Самоубийца, я бы сказал. Так. Мега много электро, мега, мега просто. Электро — это сила, я считаю. Все, и всю эту ватагу просто вот сюда. Все, больше электро не надо. Так, вот, вот, смотрите. Тут улетает. Опасности. Да, ребята, давайте, высаживайте эту всю ватагу, давайте. Поставь еще один ядерный реактор. Это, бум. Я понимаю, что это все лишнее уже, я уже выиграл. И это все быстро. Давайте подумаем. Может, нам хватит этой офигенной катки. Чик. Есть кто? 100%. Знаете, почему кто-то есть? Почему я знаю об этом? Потому что... Да, вот эти мстители, они крутые. Да. Все. Мстителями сейчас будем убивать. Знаете, почему я уверен, что что-то есть? Потому что цель этого, этой карты, это уничтожить все вражеские... Вражеские что? Правильно, строение. Значит, я, кажется, знаю деньги. Все забрать, все забрать. Тут уже полный, по полной программе полный. О, вот здесь же они, о. 100%. О, этот самый Мститель. Мститель, да, называется? А, нет, Avenger. О, смотрите, а здесь написано Avenger тоже. Но в исследовании написано Мститель, это 100%. А, ну, Avenger — это же Мститель. Все смотрели Мстители, там, Avengers. Я только сейчас до меня дошло, короче, спустя 100 миллионов лет. И, короче, у нас массированная атака всеми. Нам нужен фотонный электродвигатель, или как это называется. Короче, они как сраные веники летают, отвечаю. Стри. Смотрите, что это. Так, ребята. О, это офигенная. Офигенная тема. А ты одинокий, будешь здесь охранять все. Короче, вы прикиньте, еще что-то есть. Мне кажется, этот чувак просто... Просто офигел. Я хочу, чтобы у меня сверху возникла такая тема, типа... Вы прошли, короче, игру, и пипец. Много, это круто. Так, что-то меня атакуют. Это мне не очень нравится. Вот оно. Короче, они плюются жесткие вообще, парни, да? Я контролирую центр. Сейчас туда пойду распространять свое жесткое могущество. Давайте пройдемся, управляемся электрами. Ну, это я вам скажу, даже я половину не показал, потому что тут есть офигенное вот это вот. И там уже жопа просто. Какие юниты. Это вот, это не юниты, это я отвечаю, это начало. Эти электро, они нигде потом никак не используются. И можно сделать вот так, смотрите. Бэм, воу. Круто, да? А еще можно... Где тут еще у меня электро были? Во. Это, короче, волна, если каждый из них выпустит. Поняли? Откуда они летают? Хватает мне энергии. Я недостаточно энергичен. Я вам скажу, что энергии у меня хватает. У меня просто дохерища обслуживания, но у меня дохерища вот этих вот баз.
Вот. Что не открывает, что такое? Во, о, тут уже хаос исследовал. Хаос, вообще такая тема тоже. Блин, я вам отвечу, если хаос полностью улучшен, это просто бомба. Так, ну и вот, наверное, здесь, наверное, последнее. Не, слушайте, нету. Нету, прикиньте. Да, ребята, наверное, уже хватит создавать их. Потому что, смотрите, у меня уже не успевают кредиты добываться, походу. Хотя, ничего, я парюсь. Да где наши парни? Вот. Летаем, летаем, сейчас мы всюду исследуем. А знаете, еще круто? Что? Инсинератор улучшил силу полюса, правильно? Во-во-во-во. Так, тут... Тут железный процесс, нормально. Короче, железная руда, а это радиоактивная, или я не знаю. Че, валим, валим, валим. Это последнее здание, походу. Нифига себе, у него где-то еще. У него, короче, где-то еще, знаете что? Короче, я сейчас... Во-во, они еще круто. Они вообще созданы для того, чтобы бить по... Обслуживание говорит, слишком дорого. Вот у меня очень много юнитов. Но сейчас. Ты понял? Ты понял? У меня слишком много. Давайте, короче, не будем его уничтожать. Я сейчас вам покажу офигенных. Говорю, не будем его уничтожать, если только уничтожаю, бывает, да? Вы гляньте, смотрите. Ай, нет, нифига. Смотрите, как это все делается. Вот ничего нет. Сейчас мы, бам, останавливаем. А, вот это вот все останавливаем. Возвращаем, короче. И по-любому нужно делать вот так вот. Нужно делать вот так вот. Блин, вообще нету, вообще нету. Нету нифига. Так, вот это вот уничтожить. И вот это вот тоже уничтожить. Ща, ребята, ща, ребята, ща, ребята, мы поднимемся. Ну, смотрите, я сам себя загнал. Тут, короче, можно проиграть. Просто потому что ты Валера, и все. Представляете? Должно, короче, добываться, добываться. Сейчас мы будем добывать и добывать. Но у меня слишком дохренище, просто дохренище юнитов. И все это надо обслуживать. И их никак, блин, не убить. О, поняли? Ребята, короче, решили умереть сегодня. Все, я думаю, нам больше эти вот фабрики не нужны. Ух ты, мать. Ты понял? Да, сейчас нападут на эти штуки и все. Смотрите, какая моща, он по карте передвигается, да? Да, 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 да. Это круто, я вам скажу, вот что. Эти даже не успели офигеть. Это левая. Это не нужно. Не знаю зачем, но ладно, сделаем что-нибудь другое. Не дать никакого шанса. И вот что, вот это вот тема. Так, все, начинаем исследовать. Значит, улучшенное силовое поле. Да, по-любому. Я вам покажу небольшую часть от того, что тут можно делать. О, в натуре, можно, знаете, что делать? Можно вот так вот сделать. Можно, короче, эти коллекторы нахер поуничтожать. Потому что они нафиг, по сути, не нужны уже. Я вам отвечаю, они нафиг не нужны. И вот так вот, короче, вот это называется экономика, ребята. Это не, подумайте, это не идиотия, это экономика. Это реальная экономика. И больше это никак, потому что, смотрите, что. Видите, 33, а должно быть 40. Обслуживание, 78%, 0, 0 кредитов. Ой, не могу, нет, у меня нифига. О, ребята, сейчас вы умрете, я вас поздравляю. Как ненужный материал, просто я от вас избавлюсь.
Так, шубу еще уничтожим. Я знаю, что... Я знаю. Да, чувак, будешь... Зачистящий. Где вы там, друзья? Значит, надо уничтожать, и все. Это самоубийство. О, я, кажется, в плюс пошел наконец-то по кредитам. Ну и в минус сразу же. Все, это нормальная тема. Так поступают настоящие мужики, которые знают, что такое. Что такое вообще? Которые знают, что это такое вообще. Да, улучшенное силовое поле есть. В принципе, я может быть уже закончить игру и уничтожить вот это вот. Что это, по сути? Так, окей. Все, у меня что-то пошло. Воу-воу-воу! Ты понял? Ты понял? Ты понял? Ты понял? Понял? Как я мощно уклонился. Уклонист, ёпта. Короче, надо сейчас их подогреть, чтобы они не расслаблялись. Я вам скажу, вот. Ну что, кто тут крутой? Кто тут, блин, я не знаю. Все, ушел. А, вот он. А, он подумал, короче, что я ему позволю это сделать. Ну нет, чувак. Здесь может только один доминант быть. Это я. Я покажу вам, кто тут доминирует. Пойдем. Да, надо еще лишних ребят уничтожить. А вот это уже не круто, все. Он, короче, начал ракетные установки делать. Это хорошо, что у него нет еще быстрой очереди. Это означает, что его нужно срочно. Просто срочно. Просто срочно нужно останавливать немного. Надо его, короче, этого чувака тоже. Надо, короче, решить его кредитов. Пусть кредиты пока зарабатываются. Диапазон лазера. Не, ребята, нам нужен усилитель. И усилитель это круто. Так, во-во. То, что можно. Херачим. Эту тему всю херачим. Отлично. Надо его подрезать немножко. База атакована. Ну, серьезная угроза, прям я обалдею. Во, тяжелые танки, вот эта тема, я вам отвечаю. Я буквально пару, ну вот, вчера буквально играл этими тяжелыми танками. И я просто, ну, вспомнил, какое это было. О, все, я исследовал силовое толе. Поле, силового толю. Силовое толе, блин. Все, короче, эта тема. А еще диапазон лазера можно. И они все будут издалека это все делать. Это, короче, это вообще тема. Ребята, вы столько вы не знаете, если вы реально не играли в эту игру. Это просто тема. Помните, я с братухами. О, смотрите, какая удобная тема, это силовое поле. Это просто капец. Ребята, успокойтесь. Да куда ты все время лезешь ты? Там один такой чувак постоянно лезет туда. Так. Еще есть такая тема, которая называется истребители, которую он может создать. И эти истребители, они имеют офигенную атаку. Если он исследует ракету воздух-воздух, то это тоже не круто. О, и далее что творится? Надо его лишить возможности создавать юнитов. Лишить возможности, короче, ну, добывать этот самый. Добывать, что ли? Ну, давайте, ладно. Ребята, я даже не знаю, что тут делать можно еще. Во, давайте это сам я вам покажу, что такое офигенная атака апокалипсисами. И вы поймете, ребята, в чем смысл жизни, я вам отвечаю. Просто поймете, в чем смысл жизни. Тогда знаете, что надо сделать? Надо создать еще одну. И тогда вы поймете. Ладно, мы небольшой экскурс сделаем. Можно сделать вот так вот. Бум. Кстати. Прикольно, да? Я не буду долетать по всей карте рандомно. Не будет круто. Давайте посмотрим масштаб трагедии, то есть насколько он уже развился. Так. Нам нужно за новые порции морферов бежать. Да ладно!
что тут вещи, да? О, вещи. Это вот уничтожим. Во, вот он, чувак. Надо хотя бы пару штук, хотя бы три штуки. Недорогие, просто бешеные. Это чувак долго будет, да, лететь? Да, долго. Эти ребята быстрее прибудут. Да ладно, чувак, вы что прикалываетесь? А вы будете своей дорогой. Да, у него мощь лазера тоже куда. Все. Так, эти ребята сделали свое дело. И, собственно, что? Собственно, все. Так, ну что, system ready или как? Сейчас мы сделаем system ready, я вам отвечаю. Знаете что? Знаете что? Вот эти вот ребята уже после того апокалипсиса есть, и их много. Они практически не нужны. Но что такое усилитель, когда вот эта вот тема врубается? Это просто бомба. Вот они валят, реально. Так. То есть мы сейчас берем вот этих вот парней. Делаем два. Потому что они офигенные тем, что они могут... Мой транспортер сейчас тебя завалит, чувак. Вот. Вот эти апокалипсисы, они чисто валят по юнитам. Будет на единичку, это на двойку. По юнитам, которые расположены внизу, ну, то есть на земле. А, ага, что дальше? А, эти мстители, ну, авенджеры, соответственно, мстители, они валят по. Вы поняли, смотрите, у меня много хитов. Короче, я самоубийца, походу. Различуем. А эти, соответственно, по нитам, которые сверху, и которые... И они валят, короче, их просто жестко. Ну, у них фотонная торпеда, она не очень крутая. Она хоть и 40 вроде, но она раза в 3, раз в 5, наверное, медленнее. Перерабатывающее устройство. Что можно еще? Улучшение апокалипсиса. Ну все, это бомба, это просто. Вот эта вот тема, она медленная, но она валит. Вот эти вот доступно ракет 7 из 10. Вы увидите, как они валят. Это просто бомба. Просто тема. Убийство. Напоминаю, это очень сложный. Самый сложный в мире комп. Его никак не победить. Я, короче, его по карте гоняю, как козла. Вы поняли, да? Намек, типа, я вот крутой, а он типа лошара полный. Ладно, все, ребята, давайте немножко закончим это дело. Я думаю, что ему осталось жить немного. Апокалипсис — это считается самая высшая форма унижения. Если ты унижаешь апокалипсисами, это просто... А вы, ребята, можете друг другу что-нибудь сделать. Так, еще вот эти инсинераторы есть. Но это просто... это вышка. Ими надо уметь воевать. Я умею. Ну эти, сука, апокалипсисы, я их ненавижу вообще. Да, они серьезно, они очень медленные. Я уже забыл, что они такие медленные, если честно. Я хочу всех собрать. Ну, у меня всего 5. Ну, я вас уверяю, хватит. Вы только гляньте, как они просто как суку сейчас вынесут. Во-первых, это она до них не достанет. Это первое преимущество. Смотри, бэм! Все, нет, один апокалипсис, и все, и хана. Смотри, бум. А представьте, если вот такая вот атака апокалипсисов. Это настоящая тема. Смотрите, бум-бум-бум-бум-бум. Все, нет. Нет. Но вот эти ракеты потом восстанавливаются долго. Смотри. Все, давай, чувак, я с тобой согласен. Да, стоп. Я думал, это конец. Поэтому это было жесткое молчание. Давайте вы, ребята, будете вот так вот летать. Это, короче... О, я их даже, я им не направляю. Они сами по пути валят, короче. Это у меня улучшение апокалипсиса уже исследовано. Мать моя, женщина. Сейчас это кацанет немножко, смотри. А, нет. Я думал, радиоактивное облако, вдруг ядерного регенератора. Вообще люди опасные. Хотя не, и у этих самых тоже есть.
смотрите, у меня тут еще два, уже два. Во! А когда у них заканчивается ракета, они вот так тупят над зданиями. И это, кстати, их минус очень-очень жесткий. Ага, там опять какой-то парень там атакует. С временем мы просто питаемся этой картой, сосем с ним все. Ну, как бы эта карта рассчитана, опять же, 4 на 4, то есть... А чего вы в одну сторону сидите, я не понял. Ребята, странно. Ладно, я полагаю, что они вот здесь вот сночковались. Короче, 100-500 апокалипсисов. Это залог. Это залог успеха. Блин. Так, ребята, я немножко поменял клавишу, поэтому мне надо опять обозвать вот так ПМ. Все, я так понимаю, мы сейчас его здесь зажмем. И все, и играть дальше не имеет смысла. Но офигенно играть за людей. О, стрипая. О, вот будет сейчас просто. О, уже. Чувствуйте мощь. Чувствуйте мощь. Что апокалипсис — это последнее, что вы увидите в своей жизни. Пам-пам. И все, мы не можем им управлять. Победа, все вражеские здания не уничтожены. Вся карта практически занята. Молодцы, ребята, я вас поздравляю. Подписывайтесь на канал, если не подписались. Будьте счастливы, всем пока.